Снежная зима вносит свои коррективы в работу дорожников и коммунальных служб. Убирают проезжие части, чистят от снега и на льде тротуары и кровли жилых домов. Администрация округа усилила контроль за содержанием крыш и территорий образовательных учреждений. Продолжат мои коллеги. Крыши всех учебных заведений должны быть очищены от снега и наледи в кратчайшие сроки. Безопасности уделяют особое внимание. Рабочую зону огораживают. В обязательном порядке выгорожена должна быть эта площадь, куда будет сбрасываться снег. Выгорожена либо сигнальной лентой, либо организация, которая занимается расчисткой, ставит своих людей, которые не допускают ближе к зданию, дабы избежать травматизма. И только лишь потом начинается расчистка. На крыше 24-й гимназии работает целый десант. От снега и наледи предстоит убрать около 600 квадратных метров. В будни мы работаем дворниками с 6 до 8 утра, пока нет детей на территории. А все грандиозные уборки, очистки мы проводим только в выходные. На помощь специализированной бригаде пришли спортсмены-волонтеры. В свободное от тренировок время ребята помогают очистить от снега пришкольную территорию. Наверное, это еще советское воспитание, помощь, взаимопомощь друг другу, вот, потому что мы в этой школе тренируемся и всегда стараемся помогать, когда есть возможность. Всего в округе предстоит очистить от снега и наледи 150 крыш учебных заведений. В период обильных снегопадов работы идут в усиленном режиме. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.